Посольство Соединенных Штатов Америки во главе с послом США в Узбекистане Даниэлем Розенблюмом передало Узбекскому агентству санитарно-эпидемиологического благополучия средства индивидуальной защиты, которые включают в себя 10 тысяч смотровых перчаток, 10 200 масок, 1400 изолирующих халатов и 200 защитных очков. Данные материалы будут распространены в областных центрах и городах по всему Узбекистану. А в Алмалыке в это время наблюдается дефицит масок. Съемочная группа нашей программы 18 марта побывала в аптеках города, в большинстве входных дверей которых красуются красноречивые надписи. Напомним, Государственный налоговый комитет республики создал в каждом районе и городе страны спецгруппы по контролю за ценами. При Алмалыкском городском хакимьяте также действует штаб по контролю над ценообразованием, в который вошли представители хакимьята, налоговой инспекции, прокуратуры и отдела внутренних дел. Представители штаба обязаны вести систематический контроль за ценообразованием в торговых точках города. Съемочная группа программы тоже поинтересовалась, каковы цены на продукты питания на дихканском рынке Айдин. И тут же выяснился один интересный факт. На рынке действует система двух цен. То есть для комиссии или для нашей камеры, например, стоимость товара одна, а для горожан другая. Не намного, но выше. Возможно, повышение цен на картошку, лук и морковь, мясо и масло, которых, кстати, на рынке в изобилии, объясняется сезонным явлением или приближением Навруза. Ведь все мы давно привыкли, что перед любым торжеством, когда хозяйки закупают продукты для праздничного стола, цены растут. А может, как и в случае с аптеками, нерадивые торговцы торопятся пополнить свои кошельки? Что ж, пусть это останется на их совести. А мы напоминаем. Если вы сталкиваетесь со случаями необоснованного завышения цен в точках торговли и оказания услуг, звоните в Алмалыкский городской штаб по номеру 70 614 39 67, а также на телефон доверия Государственного налогового комитета Республики Узбекистан по номеру 71 244 98 98 или колл-центр на короткий номер 11 98.